Просто о сложном. Как сделать внутреннюю отделку гипсовым кирпичом? Во-первых, нам понадобятся жидкие гвозди. Мы попробовали клеить плитку на вот такие вот дешевые жидкие гвозди. Они рассчитаны до 55 килограмм на квадратный метр. У нас половина кладки отвалилась. Делаем вывод, что нужно использовать более хороший клей. Он 90 килограмм на квадратный метр. Мы рекомендуем использовать его. Технология проста. Берем кусочки плитки, наносим жидкие гвозди волной. Для лучшей склейки поверхностей. Не забываем отщелкивать на пистолете стопор, чтобы клей у нас не выдавливался дальше. Затем прикладываем плитку с одной стороны, с другой стороны. Немножечко придавливаем к стене. Фиксируем. Нужно выдержать 10 секунд нажима, чтобы все хорошо у нас приклеилось. Еще непродолжительное время можно будет подкорректировать, если у нас где-то получилось неровно или получился какой-то шов. Все.